Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня и в этом выпуске я хочу вам рассказать о мероприятии, которое недавно было у Айзы Долматовой, было буквально на прошлой неделе, где она открыла новый свой салон. Но на этот раз это не просто какие-то вещи, магазин вещей там, или лаборатории, это площадка, фитнес-центр, где будут проходить занятия с йогой, с танцами, с новым направлением, с очень известным таким, как твэк, например, пластика. И, наверное, последний, самый важный такой момент – это стрип-пластика, то есть стрип-дэнс. Народу пришло просто невероятно огромное количество, и вы на видео сейчас увидите. Я снимала практически все мероприятие, но было настолько много народу, что мне казалось, что меня будут фоткать и задавят, представляете? И времени тоже было очень мало, и вечеринку затянули ее настолько сильно, что Айза фотографировалась с каждым человеком, который пришел к ней на это мероприятие, и фотографировалась, наверное, так скажем, лишних 2 часа. Но вечеринка была очень здоровская, были очень вкусные фрукты, были очень вкусные соки, но это, как обычно, для Айзы норма. Сейчас вы видите, как много людей, давка, толпучка, когда Айза ходила туда-сюда, с ней ходили просто какие-то маленькие девочки, которые ее облепили и толкались настолько сильно, что я боялась уронить камеру. Ну а теперь смотрим видео. Айза, ты где? Меня видно! Нет! Двигайся сюда! У нас нет! Как вы сказали, мои прозрачные черные колготки. Это первый раз в жизни надела. Не видно. Ой! Лаборатория стиля для меня. Это ногти, волосы, макияж, покрасить, приложить, или там все, что входит в сферу красоты. Дальше стиль, одежда, там, обувь, украшения, аксессуары. И следующее, это самый сложный этап, которому я походила дольше всего, потому что это действительно сложный момент, это тело. Как тело вообще? Есть люди, которые все время хотят выглядеть лучше. Кто-нибудь здесь есть? Острой, сладкой, соленой еды, которую я вечно себе пихала. И появилась тут, реально, я не колю ботокс. Я ничего не колю. Да, один раз уколола, у господи, нет, 4. За последний раз это сделала 2013-2014 год, в Новый год, 31 декабря, вот такая была. Не планировала такое, но так получилось. В общем, ничего я не колю, у меня аллергия на ботокс, аллергия на кучу кремов, и вообще у меня 48% аллерген в крови, поэтому у меня аллергия практически на все. Следующий этап испытание, да, мы разобрались, что для этого есть спортзал, для этого есть железо, гантели и все остальное. Я за стройность, за здоровый тело, за здоровый желудок, за здоровую голову и за хорошее отношение к себе. Вот как я уже много раз говорила, мы на мир смотрим через себя, да, через призму самого себя. Если мы выглядим плохо, мы не можем радовать других людей, это невозможно, это не бывает. То есть мы учим любить себя. Мы учим это в йоге, Да, у нас есть I love body аккаунт, который сейчас будет активно вести. Каждая тренировка будет описана. И расписание, изменения в расписании, направления, результаты, тренера. Все это будет описано в аккаунте. У нас, к сожалению, реально просто не доходили в йоге, потому что вот это вот эти бегатней, без сна, девчонки вообще очень живые. Красивый, стоят такие нормально. В общем, да, я думаю, что уже завтра, что с завтрашнего дня вы можете узнать обо всем, уже там банковский шоу наполнять. Мы сейчас пока собирали туда людей, добавляем
Нет, правда, можно ее отпустить, потому что сейчас просто поцарапает. Да, 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 просто отпустить. Надо одну ручку оставить. Ладно, вот так вот сами сидите. Да, есть еще вопросы? Уезжая на баре, я подружкам сказала, ну, можете попасть побольше со мной шмотки. Я приехала в Москву, ни одного. Ни одного вообще запаха, никаких шмоток нет. Выбери, пожалуйста, небольшой. Давай просто, потом у меня самолет, я просто очень хорошо. У меня тоже самолеты болели в Москве. Алина, я очень рад тебе видеть. Спасибо. Есть еще вопросы? Можно? Да. Муз-ТВ. С одним я даже стояла рядом, но я так и не поняла, кстати, человек, потому что нас все фотографировали. В общем, свои фотографии я поищу позже. Но, по-моему, это какой-то известный телеведущий Шалимов, что ли, я не знаю. Вот, Айза тоже со мной сфотографировалась, как и с каждым человеком. Она ни одного человека не оставила обиженным. Каждый с ней сфоткался, кто-то даже сфоткался не по одному, а по два раза. То есть, ну, вы понимаете. Пресса также была, приезжали музыкальные телеканалы, приезжал Муз-ТВ. Приезжал еще какие-то там издания, ну, неважно, в общем. Девочки, опять толкайтесь! Девочки, назад можно, девочки? Опять боку много. Так, девочки, все, будут делать больно. Давай, нежно делать больно. Девочки, не ругаемся, мальчики, девочки, пожалуйста, не ругаемся. Все потянуть, девочек, назад. Еще два шага. Еще. Отодвиньтесь, пожалуйста. Вот, еще, еще, еще. Еще назад. Еще назад. Здорово. Спасибо. Спасибо. Эх, ты тяпа-растяпа, лени себе, детка. Я тоже когда плохо выгляжу, что-то мне не нравится, я себя так вот так обрежу. Давай. Я понимаю, сзади, девочки, не толкайтесь, пожалуйста. Ты можешь тебе легче пройти первой? Да, что ты орешь, блядь? Ну, потому что ты не понимаешь. Я понимаю, просто надо по себе назад. Спасибо большое, что пришли. Назад. Я со всеми сфоткаюсь. Вот я честно переживаю за то, чтобы у вас были хорошие фотографии. Давай, давай. У меня чья-то ручка. И это была Наташа Гром. Я надеюсь, это видео вам хоть как-то понравилось и было хоть чуть-чуть вам. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, соответственно, увидимся на этой неделе, да, будет новое видео.